Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Garmin Vivo Smart 5, и сейчас я покажу вам, как поменять яркость экрана. Итак, для этого мы нажимаем на кнопочку, далее открываем настройки. Здесь мы ищем системные настройки и выбираем яркость. Она идет самая первая. Можем выбрать автоматически, либо можем уже вручную как бы выбрать какую-то яркость. Вот. И в принципе на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.